Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Аслан Бжани осмотрел ход работ по установке фонтана на площади имени второго президента Абхазии Сергея Багапш. Напоминаем, что объявлен международный конкурс на лучший проект памятника и благоустройства площади имени Сергея Багапш в Сухуми. Госкомиссия по монументальному искусству из 10 представленных проектов выбрали 3, которые прошли во второй тур конкурса. Фонтан на площади устанавливается временно до принятия окончательного решения монументальной комиссии. Работы по установке фонтана будут завершены примерно через месяц. Совсем скоро в республике приступят к весенне-полевым работам. Чтобы узнать о готовности машино-технологических станций к их началу, несколько районов Абхазии посетил первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопо. Репортаж Алики Трапш. В Гулрыбжском районе к вспашке земель приступит уже совсем скоро. Конечно, при благоприятных погодных условиях. В машино-технологической станции района 16 единиц техники. Из них 12 на ходу, остальные на ремонте. В районе предполагается вспахать от 600 до 700 гектаров. Главы администрации сел или сами сельчане оставляют заявки в МТС. Затем техника распределяется между 10 селами Гулрыбжского района. Особенно у нас машино-тракторная станция загружена в период карантинных вредителей, когда они начинают просыпаться. Это коричнево-мраморный клоп, американская белая бабочка, которые очень сильно вредят сельхозкультурам и всего этого. Вот тогда машино-тракторная станция у нас активно работает. В Ачимчирском районе готовы к весенне-полевым работам. В МТС района 17 тракторов готовы, еще 3 на ремонте. В районе всего 1600 гектаров пропашных земель. В прошлом году силами МТС было вспахано до 400 гектаров земли. В нынешнем году также есть заявки от сельчан. Предварительно предполагается вспахать до 500 гектаров. Вспашка 1 гектара стоит 3000 рублей. Тариф определен Министерством сельского хозяйства еще в 2014 году. Эти средства позволяют МТС держаться на плаву. В нашем машино-технологическом станции готовы, как вы видите, 17 единиц техники. Это 17 единиц техники имеется в виду среднего класса, то бишь белорусы. Помимо этого у нас есть кировец, у нас готовый, у нас готовы 2 гусеничных трактора. И имеем возможность начать работать. В первую очередь у нас есть связь со всеми главами администрации сел. Они обращаются. Помимо них есть частные лица, крестьяне обращаются к нам. После их обращения мы выпускаем трактора и производим те необходимые мероприятия, которые они заказывают. Далее Беслан Джопо посетил село Мухурт Курчалского района. Здесь на 96 гектарах земли произрастает 36 тысяч корней орешника. Плантация заложена в 2012 году в рамках российской инвестпрограммы. Арендаторы много лет боролись с сельхозвредителями, осуществляли уход за саженцами. А в прошлом году плантация дала первый урожай – 50 тонн ореха фундука. Эти показатели предприниматели планируют увеличить в этом сезоне в 2 раза. Кроме того, здесь планируется открыть цех по переработке ореха фундука, который в дальнейшем будет фасовать, делать обжарку и выжимать масло. Все здесь было профинансировано по инвестпрограмме, закладки и ограждения и все остальное. Далее, в 2014 году, когда было прекращено финансирование, эти ребята, которые здесь тогда вот находились как бы бригада, при ком, которую предполагалось, что им передадут в аренду, они своими силами вложили свои средства. И вот все эти 100 гектаров, они полносборные этими силами вот этих ребят. И поэтому, ввиду того, что вот они смогли вот довести до этого состояния, мы им в дальнейшем намереваем так вот помочь. В целом, в Курчалском районе готовы к весенне-полевым работам. В МТС 10 тракторов фирмы «Беларусь». Один в настоящее время на ремонте. Всего здесь 950 гектаров земли на вспашку. Единственная проблема то, что сельчане своевременно не платят за вспашку земель. А в Галском районе 18 единиц техники. Вспахивают в среднем 500 гектаров. Во всех районах также оказывают и другие услуги. Помимо вспашки, это баранование, посев, вывоз продукции, лечение сельхозкультур и так далее. Подводя итоги поездки, первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопо отметил, что в целом районы готовы к весенне-полевым работам. Осталось решить технические вопросы, в частности, найти или построить помещение для техники.
Скажу честно, что из-за того, что бюджет не принят, мы практически пока государство ни одним рублем не смогли помочь крестьянам для того, чтобы организовать какие-то мероприятия. Но хотя бы вот эта техника должна вот успеть поработать. То есть мы состояние посмотрели, техника, количество самой техники и орудий достаточно для того, чтобы провести весенние полевые работы. Другое дело, что состояние их, место расположения, но не на каждый МТС находится на своем месте, то есть ни на своей территории нет кровли для того, чтобы технику держать под кровлей, то есть в помещениях. Поэтому они все стоят вот под открытым небом, это понимаете. Вот такая вот новая техника, которая была приобретена 2-3 года назад, не должны они находиться в таком состоянии. Но пока, к сожалению, нет возможности вот построить для них помещение. А самим хозяйством развиваться, честно говоря, это вот из-за того, что мы держим все вот эти вот параметры, то есть расценки для проведения мероприятий на том уровне, который были 5 лет назад. 3000 рублей где-то на вспашку, скажем, гектар. Частные трактора, частная техника делает намного дороже, но мы не можем себе позволить, чтобы как-то каким-то образом помочь крестьянам. И поэтому они для развития, у них мало денег остается, как бы прибыля. И они вот, и мы хотим в этом году немного помочь им приобрести вот запчасти, колеса. И вот попрошу руководство Абхазии, если они нам позволят, чтобы когда бюджет будет принят, по их заявкам каким-то образом помочь им. Так в основном техника готова для того, чтобы проводить эти мероприятия. И расценки будут, хотя и цена топлива растет, но мы пока выдержим на тех же уровнях, чтобы не было накладно нашим крестьянам как-то переплачивать. К весенним полевым работам в селах Абхазии приступит уже к концу марта. Алика Трапша, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 182 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 27 из них, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 37 человек, в тяжелом состоянии 9 пациентов. В Сухумской инфекционной больнице 19 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. В Ачимчирской ЦРБ трое, в Гагарской ЦРБ 10 человек. В Ткварчалской ЦРБ сегодня был выписан последний пациент. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13 148 человек. Зарегистрировано 205 летальных случаев. Выздоровели 12 603 человека. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. 16 марта в Северной Осетии прошли памятные мероприятия, посвященные 28-й годовщине мартовской наступательной операции Отечественной войны народа Абхазии. В память о погибших товарищах ветераны-добровольцы и члены их семей зажгли свечи. Смотрите репортаж наших коллег из Владикавказа. Во Владикавказе состоялись памятные мероприятия, посвященные мартовскому наступлению Отечественной войны народа Абхазии. На площади перед Олимпийским парком собрались ветераны Абхазской войны, члены их семей и просто те, кто знает об этой войне и какой ценой досталась победа. Мы добровольцы Осетии, как когда-то были в тяжелые времена рядом с нашим абхазским народом, также решили провести это мероприятие, вспомнить наших братьев. С самого начала мы хотели провести это мероприятие где-нибудь в зале, но потом решили провести в городе, в людном месте, чтобы люди видели, чтобы младшие наши видели, чтобы это им был пример, как мы всегда поддерживали друг друга. Сегодня большая трагическая дата. Сегодня большое горе у абхазского народа. Мы в Осетии никогда не забывали об этом и всегда помним. Тогда, 15-16 марта 1993 года, войска абхазской армии предприняли попытку освободить столицу республики Сухум. Однако данная операция не увенчалась успехом.
В ходе наступления погибло 222 воина. Среди них трое ребят из Осетии. Осетины до сих пор помнят этот день. Не то, что помнят и никогда не забыли. Сегодня в память этого дня собрались все. Мы помним, почитаем. Хоть мы и далеко на расстоянии, но наша боль близка. Наши народы близки духом. Как в войне, так и в мирное время наш осетинский народ до сих пор поддерживает абхазский народ в его жизни. И не то, что сегодня, и навеки и вечно будем дружить с нашим братским абхазским народом. Вот сегодня наши старшие этот день вспомнили и дают нам пример того, чтобы мы тоже это не забывали, молодежь, и передавали это нашим младшим, младшему поколению, чтобы помнили, что в тяжелые времена братские народы должны друг другу помогать. После этого еще был случай, тоже с Южной объединились с Абхазой и помогли друг другу. Дай Бог в дальнейшем, чтобы мирное небо над головой было. Сухумский городской суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении заместителя главного врача республиканской больницы Георгия Воба, сообщается на сайте суда. По данным следствия, Воба обвиняется в хищении чужого имущества в особо крупном размере путем присвоения и растраты и в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По версии предварительного следствия, заместитель главврача путем уговора подстрекал главврача Аполлона Гургуля к превышению должностных полномочий и хищению имущество больницы в особо крупном размере путем растраты на общую сумму в размере 1 522 531 рубль. Георгий Воба будет находиться под домашним арестом 20 суток до 4 апреля 2021 года. Ранее Слан Уцкуа, который также проходит обвиняемым по делу о растрате в республиканской больнице, была назначена мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 9 апреля 2021 года. Министерство туризма Абхазии принимает участие в 27-й международной выставке туризма МИД, которая проходит в московском выставочном центре «Крокус Экспо» с 16 по 18 марта. Абхазскую делегацию возглавляет министр туризма Тимур Асхишба. Московская 27-я международная туристическая выставка – одна из самых крупных не только в России, но и в мире. Проводится она ежегодно. И только прошлый год стал исключением, когда страна была на полном карантине из-за пандемии коронавируса. Но жизнь постепенно возвращается в свою колею, а интерес к туризму начинает набирать обороты. Павильон нашей страны – один из самых крупных. МИД – солидная выставка в категории «Туризм и отдых». Международная деловая площадка для стран, регионов, туристических компаний всего мира, которые представляют свои продукты и услуги на российском рынке. Вот лишь некоторые, как говорится, акулы турбизнеса, которые здесь представлены. Мальдивы, Таиланд, Турция, Греция, Болгария – это далеко не полный список. Интерес объясняется колоссальными ресурсами России как для внутреннего туризма и как крупнейший поставщик туристов по зарубежным направлениям. В рамках этой выставки происходят новые встречи, новые контакты, которые положительно будут сказываться на всей туриндустрии Абхазии. Это для нас очень важно. Также хочется отметить, что к Абхазии большой интерес. Этого, в принципе, и следовало ожидать, учитывая определенные особенности современного туристического бизнеса. Абхазия занимает особое место для россиян. В первый день работы выставки ее посетила руководитель Федерального агентства России по туризму Зарина Дагузова. Абхазия – один из павильонов, с экспозицией которого она ознакомилась. Ранее министр туризма Абхазии Таймураз Хишпа и глава Ростуризма Зарина Дагузова обсудили вопросы взаимодействия, подписания меморандума. Дагузова выразила заинтересованность в развитии российско-абхазского сотрудничества. В этом году Абхазия на выставке представлена туристическими организациями, туроператорами, туркомпаниями. Также в ней принимают участие ательеры. Торгово-промышленная палата страны представляет посетителям широкий ассортимент пищевой и алкогольной печатной продукции. ТПП также подготовила для показа на выставке новый фильм «Абхазия».
Мы ежегодно совместно с Министерством туризма Республики Абхазия принимаем участие и представляем продукцию абхазских производителей. Несомненно, что участие в такого рода выставке – это очень большой опыт для участников, прежде всего для наших представителей туристического бизнеса. Это возможность наладить новые контакты, это новые коммуникации, которые в перспективе только будут, наверное, способствовать двустороннему взаимодействию. Это увеличит поток туристического потенциала в нашу республику. И для представителей турбизнеса Абхазии, которые впервые только-только начинают создавать свой собственный бизнес, вот такая площадка, она дает возможность себя представить. Наша страна славится не только красивой природой, чистым воздухом и теплым морем, но и гостеприимством. Не изменяет она своим традициям и за границей. Как вам вино? Вкусно. Ну да, я была в Абхазии в октябре месяце, и вот мы ездили на экскурсию на винодельню. Нам рассказывали, что домашнее вино они готовят к свадьбе, оно такое некрепкое и легко пьется, поэтому вкусно. А некоторых посетителей мы научили правильно выговаривать абхазские названия. Вот вы попробовали, вот мне кажется, абхазское, да, что-то вы блюдо или что-то попробовали? Чичхело. Ну и как вам? Он супер, очень понравилось. Очень классно, кстати, оформили. Классная идея. Вот стенд очень красивый. Все так по-национальному, вот, колоритно. А вино еще не попробовали? Нет, не буду. Не будете, да? А вы знаете, что вот чичхело по-абхазски называется аджинджуха? Нет, к сожалению, не знала. Вы можете сказать аджинджуха? Анджичуха? Да. Вот. В абхазский павильон заходят не только посетители, но и участники выставки. Нам интересно узнать об экскурсионных турах, об интересных местах, посетить ваши места в Абхазии. Наши туристы из Забайкальского края любят вашу Абхазию, ездят. Хотелось бы узнать больше. Сегодня мы познакомились с вашими операторами из Абхазии. Довольно-таки у вас сегодня много их на этой выставке. Будем работать с вами. Желаем вам успехов огромных и процветания вашей республики. Прошедший год показал, что у Абхазии есть большой потенциал для развития туризма, несмотря на все трудности. А такие выставки, как МИД, способствуют продвижению на рынке и налаживанию связи с партнерами. В рамках форума планируются встречи и подписание договоров о сотрудничестве. Нона Кукускир для абхазского телевидения из Москвы. В рамках 27-й Московской международной туристической выставки МИД состоялось подписание меморандума о взаимопонимании в сфере туризма между Министерством туризма Абхазии и Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга. Стороны договорились осуществлять совместную деятельность для установления прямых контактов между субъектами туристской индустрии, а также отраслевыми ассоциациями. Меморандум также предусматривает обмен научными работниками, официальными лицами, журналистами, специализирующимися в вопросах туризма и путешествий. Министр туризма Абхазии Тимураз Хишба также встретился с министром туризма Кубы Хуаном Карлосом Гарсия Гранадой, который выразил заинтересованность в сотрудничестве. Хишба рассказал кубинскому коллеге о развитии туризма в Абхазии, отметив, что в этом году республика с населением в 240 тысяч человек готовится принять до 1,5 миллиона гостей. По улицам Званба и Академика Марра будет организовано одностороннее движение автотранспорта. Участок набережной у гостиницы «Лион» будет перекрыт для въезда автомобилей. А вокруг парка по улице Воронова организуют круговое движение. Столичные депутаты единогласно поддержали данные инициативы мэра Сухума на очередном заседании городского собрания. Все подробности в репортаже пресс-службы администрации города Сухум. На заседании Сухумского городского собрания присутствовал мэр столицы Беслан Ишба. Он рассказал депутатам о планах администрации города по изменению схемы движения автотранспорта на некоторых загруженных улицах Сухума. Это касается в первую очередь улицы Званба и Академика Мара. По словам начальника департамента по управлению транспортом и организации движения, все решения согласованы с КАИ. Улица Академика Мара от Лакоба по направлению к улице Ардзимба предлагается быть односторонним движением во избежание заторов и плохого прохождения автотранспорта. Также, значит, мы планируем одностороннее движение создать на улице Званба от проспекта Мира по направлению к улице Лакоба. Также во избежание заторов по этим улицам.
Учитывая, что по улице Звамба стоит третий корпус Кабмина и очень большое количество машин, подъезжающих к этому корпусу, очень серьезный и большой затор организуется на этом участке. Также до лета планируется изменить схему движения по набережной в районе гостиницы «Лион». Предлагается продлить пешеходную зону до спортивного комплекса имени Сергея Багапши. От бульвара до вот этого перекрестка перед, значит, спортивной школой должен быть закрыт. И он тогда будет работать вчистую у нас прекрасная бульварная зона. Ну, у нас остается движение вокруг спортзала «Спартак». Учитывая, что там посещают детские спортивные школы, там и школа самбо, там и баскетбольные, значит, мы не можем создавать препятствия для того, чтобы был доступ, подъезд к этой спортшколе. А отсюда уже, начиная от гостиницы «Лион», дальше по направлению к набережных Махаджиров, перекрыть движение и создать его, просто продлить пешеходное движение. Жители этих улиц смогут заехать к себе домой, остальным въезд будет закрыт. Машины можно будет ставить в близлежащих улицах, которые будут приведены в порядок. Люди все равно хотят попасть на берег. Если мы им закроем там, во-первых, это будет неудобно. Это будет, когда будет разметка, и мы, даст Бог, возможности там приведем в порядок эту улицу, сделаем разметку и постараемся к сезону, 1 июня, уложиться. Угол улицы Ардзинба и Воронова всегда остается опасной зоной. Здесь часто происходят аварии. Во избежание этого планируется запретить заезд со стороны улицы Ардзинба. Мэр Сухума также проинформировал, что в этом году планируется завершить реконструкцию парка имени Тараса Шамба, который известен как «Сказка». Ограждение со стороны проспекта Аяйра будет снято. Тоже хотим, чтобы вы нас поддержали в этом плане. Мы там хотим организовать круговое движение на этом большом квартале и закрыть движение со стороны улицы Ардзинба, поворот налево на Воронова, ну и, разумеется, самого Воронова, сквозной проезд вниз, продолжение этого квартала. Также на заседании интересовались судьбой телеграфных столбов индоевропейской телеграфной связи. Они сейчас складированы на территории МУ-благоустройства. Беслан Ишпа проинформировал, что есть два проекта, предложенные компаниями сотовой связи «Аквафон» и «Амобайл», по которым они готовы провести реконструкцию 150-летних столбов. У нас есть два предложения от «Амобайл» и от «Аквафона», где они готовы, значит, поддержать нас, полностью провести полную реконструкцию. Вот, и нам предлагают выбрать улицу, где можно было бы это даже использовать потом как, ну, экскурсионный маршрут для посетителей нашего города и оказать поддержку, вот так их выставить, и как и, может быть, исторические памятники. На заседании депутаты горсобрания подняли вопросы о сроках асфальтирования улиц Сухуми, где проводятся ремонтные работы по замене коммуникационных сетей по инвестпрограмме. Беслан Ишба отметил, что в администрации тоже обеспокоены состоянием дорог, но есть определенные сроки, когда можно будет укладывать асфальт после таких масштабных работ. Когда нам специалисты объяснили, что эта земля должна утрамбоваться, если сейчас мы что-то там начнем делать, то может прогнуться грунт и повредить трубы. Это время нужное и необходимое. Решение есть по ливневкам. Где-то за апрель месяц они эту работу завершат. И сразу у ливневок нету такой глубины, как вы знаете, да, как было здесь. Здесь, ну, серьезно, там за 6 метров в некоторых местах доходило. Поэтому как только сделают ливневку, у них уже деньги есть на асфальт, на все. Я практически убежден, что до лета мы все это дело закончим. Мадина Абганба, Давид Авицба, пресс-служба администрации города Сухум. Сухумская избирательная комиссия продолжает регистрацию инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты Сухумского городского собрания. По данным на 17 марта зарегистрировано 38 инициативных групп. От политических партий пока никто не выдвигается. Выдвижение кандидатов в депутаты собрания начинается за 40 и заканчивается за 20 дней до выборов. В августе 2019 года решением Сухумского городского собрания число депутатов было сокращено с 26 до 19. Соответственно, уменьшилось и количество избирательных округов столицы. Выборы в органы местного самоуправления пройдут в Абхазии 11 апреля. Культурно-благотворительный фонд «Ашан» открывает сбор средств на лечение 5-летней Элины Календжан. У девочки врожденная дисплазия и вывих в обоих тазобедренных суставах, из-за чего она не может полноценно двигаться. В 2020 году ей провели первую реконструктивную операцию сустава в Ереванском научном центре травматологии и ортопедии. Сейчас Елине необходимо срочно провести еще одну операцию, уже на вторую ногу. Необходимо собрать 205 тысяч рублей.
Обаятельная девочка не упускает возможности потанцевать и позировать на камеру. Илина – активный и коммуникабельный ребенок. Но, к сожалению, из-за своей болезни она лишена возможности развиваться, как ее сверстники. Каждый шаг дается Илине с трудом и приносит недетские страдания. При ходьбе девочка хромает. Ей сложно поставить ножки в правильное положение. А из-за сильных растяжений в мышцах возникает боль. Год назад, благодаря фонду «Ашана», мы провели первую операцию, ну, на ту ножку, которая на тот момент была намного сложнее, чем левая. Там был вывих, ну, намного серьезнее проблема. И удачно прошла операция, все, ну вот реабилитацию проходим уже почти год, заканчиваем уже реабилитацию. Ей нужна операция на вторую ножку. В течение 2020 года Илина Калинджан проходила послеоперационный курс лечения в Сухумском реабилитационно-диагностическом центре по выполнению комплекса упражнений для укрепления и стабилизации тазобедренных суставов, мышц туловища, тазового дна и ног. Сейчас Илине необходимо срочно провести реконструктивную операцию суставов на вторую ножку. У Илины нарушена походка. Она хоть и передвигается самостоятельно, но прихрамывая на ножку с больной стороны, наклоняет туловище в ту же сторону. Если сейчас не провести операцию, то это может привести к развитию искривления позвоночника, сколиоза. Тогда предыдущая операция и долгий процесс реабилитации окажутся бесполезными. Ну, у нас в семье так сложилось, то, что она у нас вообще родилась слабеньким ребенком, и получается уже 5 лет мы все время на лечениях, на... И благодаря вам мы к логопеду ходим, тоже благодаря фонду «Ашана». И получается то, что у нас финансово самостоятельно и не получается вот выехать на вторую операцию. И надеемся на благотворительность, на сердца добрых людей. Сейчас Илина с мамой находится в Ереване. Врачи проводят необходимые обследования и готовят девочку к операции. Необходимая сумма на операцию и послеоперационный курс реабилитации – 205 056 рублей. А такая сумма для семьи Калинджан неподъемная. Семья обратилась к нам в очередной раз за помощью, чтобы ребенку была оказана вся необходимая медицинская помощь. От лица всего фонда и от лица родителей Илины Калинджан я обращаюсь ко всем зрителям, которые слышат и видят меня. Прошу всех помочь Илине. Если мы все сейчас не сможем помочь маленькой Илине, то она в будущем не сможет прыгать, бегать, а самое главное, с легкостью передвигаться так же, как ее сверстники. Не оставим Илину стоять в сторонке и с грустью в глазах смотреть, как весело резвятся дети. Помочь малышке можно, отправив смс со словом «добро» на короткий номер 5050. О других способах помощи можно узнать по телефону 773-50-50 или на официальном сайте КБФ «Ашана». Сария Кварацхеля, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет МАДИ приглашает учащихся выпускных классов школ-лицеев, а также студентов колледжей и техникумов в Абхазии принять участие в конкурсе «Все дороги ведут в МАДИ». Победители получат право на бесплатное обучение в университете. Конкурс будет проводиться в форме онлайн-тестирования по математике. Участие бесплатное. Для участия необходимо до 15 апреля 2021 года зарегистрироваться на сайте вуза. Тестирование пройдет 17 апреля. Контактное лицо — Виктор Николаевич Алипа, заместитель проректора по международным связям МАДИ. Телефон +7 916 858 0777. Адрес электронной почты — alipa@madi.ru. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению гидрометцентра, в четверг, 18 марта, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Сильный дождь с грозой, в предгорьях и горах снег. Температура воздуха ночью +5-10, днем 6-11 тепла. Температура морской воды +9. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.